И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать вам о новом блокчейне, который сможет значительно облегчить ваш опыт взаимодействия со сферой децентрализованных финансов. Речь пойдет о блокчейне Nebula Stride. Он представляет из себя целую экосистему с множеством финансовых продуктов, призванных сделать криптовалюту доступной для всех пользователей, вне зависимости от страны проживания, статуса и любых других факторов. Как заявляют сами разработчики сети, текущее устройство криптовалютной индустрии обнесено довольно высокими барьерами. Далеко не каждый пользователь крипты сможет свободно себя чувствовать ввиду ряда причин. Nebula Stride выступает как альтернатива, способная изменить текущую ситуацию благодаря собственным новаторским технологиям и продуктам, с которыми даже новичок сможет отойти от банков и легко переключиться в сферу DeFi. Более подробно узнать о том, как видит развитие своей сети команда, вы можете на официальном сайте Nebula Stride. Ссылку на него я оставила в описании под этим роликом. На домашней странице сайта мы видим вселенную Nebula Stride с несколькими интересными разделами. Вы можете изучить каждый из них, но я бы хотела поподробнее остановиться на разделе технологий. Здесь мы видим, что в рамках экосистемы команда планирует заниматься созданием не только своего блокчейна, но и других интересных продуктов. Одним из них станет токен NST, у которого, кстати, проходит airdrop, но о нем я расскажу вам немного позже. В экосистеме токен NST занимает довольно важную роль, поскольку с ним мы получаем доступ ко всем остальным продуктам сети. Владея токеном, мы можем заниматься стейкингом и фармингом, тем самым получая пассивный доход и обеспечивая дополнительную устойчивость сети. Немаловажно и то, что каждый владелец NST имеет право участвовать в голосованиях проекта о выборе дальнейшего пути развития. В Nebula Stride реализована система DAO голосования, и присоединиться к ней может каждый холдер токена. Следующий продукт экосистемы – это кошелек со встроенной NFC-оплатой. Сразу после запуска кошелька мы сможем не только хранить в нем криптовалюту, но и совершать платежи, оплачивая необходимые нам товары. В дополнение к технологии NFC команда разрабатывает и POS-терминалы, которые будут выполнять раздачу по ускоренной обработке платежей как в фиатной валюте, так и в крипте. Рассматривая экосистему целиком, уже можно сделать вывод, что она действительно может оказаться полезной для сообщества, ведь она объединяет все ключевые финансовые продукты. Но если вы хотите узнать о каждом из продуктов подробнее, я бы также рекомендовала вам прочитать белую бумагу проекта. Там команда Nebula Stride постаралась максимально подробно объяснить устройство каждого продукта и то, какую роль для мира криптовалюты будет играть экосистема в будущем. Найти белую бумагу вы сможете в нижнем меню сайта. Перейдя в раздел «С ней», вам будет необходимо скачать PDF-файл с бумагой, после чего вы сможете детально ознакомиться с ней. Поскольку проект только в начале своего пути, реализованы еще не все его продукты. На самом первом этапе команда Nebula Stride занялась решением таких задач, как создание веб-сайта и соцсетей, а также проведением первой раздачи токена NST среди своих пользователей. Ранее я уже упоминала вам о проходящем аирдропе и теперь предлагаю ознакомиться с ним более подробно. Чтобы открыть страницу аирдропа, вам нужно вернуться на домашнюю страницу сайта и нажать на кнопку «Аирдроп». Перед вами откроется окно с квестами, выполняя которые вы будете получать токены NST. Первые 4 задания связаны с социальными сетями проекта. Если вы выполните каждый из них, то сможете получить награду в размере 1000 NST. Помимо этого, вы можете заняться привлечением рефералов к аирдропу, за что также будете получать награды. За каждого пользователя предусмотрено 25 слотов под рефералов, а за каждого пользователя проект выдаст награду в размере 150 NST. Также вы сможете получить дополнительные бонусы за привлечение. Например, за 5 привлеченных пользователей проект отправит вам бонус на сумму в 1000 NST, а за 10 рефералов ваша бонусная награда составит уже 3000 NST. В случае, если вы являетесь инфлюенсером, то количество доступных слотов может увеличиваться. Для этого вам нужно связаться с командой проекта. Как для обычных пользователей, так и для инфлюенсеров награды постарались сделать равномерными, так что в раздаче смогут зарабатывать все. Найти свою реферальную ссылку вы сможете также в окне аирдропа после подключения своего кошелька. Здесь я также хочу отметить, что команда позаботилась о том, чтобы раздача токенов проходила максимально честно.
В AirDrop была интегрирована анти-сибил-система, благодаря которой проект исключает возможность участия пользователей с фермами мультиаккаунтов. Система отслеживает пустые и неактивные кошельки и не зачисляет на них награды. После того, как вы выполните задание и привлечете друзей, токены можно будет заклеймить. Еще раз хочу напомнить, что все ссылки на Nebula Strike вы сможете найти в описании под этим роликом. Обязательно переходите, изучайте проект и принимайте участие в AirDrop токенов. Что ж, а на этом у меня все. Как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видео. Ну и конечно же, не забывайте подписываться на мой YouTube и Telegram канал, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий и активностей из мира криптовалют. Отличного всем дня, удачи и пока-пока!